И помимо основных снеговых работ, не забывайте, друзья, у себя на даче счищать снег с теплицы. Вот, пока снега мало, он рыхлый, его счистить легко. А вообще у меня, да у других садоводов, вон, у соседей основные травмы теплицы как раз от снега. И происходит это, как правило, ближе к весне, когда снег становится мокрый, тяжелый, он продавливает. Вот у меня под стеклом, у кого-то под пленкой, у кого-то под поликарбонатом. Ну, в общем, лучше потратить 10 минут на то, чтобы убрать снег, чем потом переделывать. Вот.